художники, которых надо знать и помнить. Завтра, 26 июня, в художественно-выставочном зале открывается выставка художника-монументалиста Валентина Демьяненко, которого нет с нами уже 25 лет. «Покорение», «Скорпион», «Карнавал». Более 40 работ, написанных в различных техниках, смогут увидеть брачане. Стоит отметить, выставка Валентина Демьяненко будет первой в серии «Их помнит Братск», которая рассчитана до 2017 года. К сожалению, очень многих братских художников, которые стояли у истоков творческой истории нашего города Братска, уже нет в живых. Кто-то уехал, но в основном они ушли в мир иной. К сожалению, время неумолимо, и, может быть, старшее поколение помнит этих художников, среднее поколение, может быть, что-то припоминает, а вот молодежь уже о многих наших художниках братских уже и не знает. Выставку работ Валентина Демьяненко брачане смогут посещать до 20 августа. Стоимость билета – 50 рублей.